Джек Рассел Терьер – веселая, энергичная собака с большой потребностью служить людям. Она лучше всего чувствует себя в компании человека, выполняя поставленную задачу. Рытье для Джек Рассел Терьера в порядке вещей, особенно если он решил, что его задача – избавить ваш двор от грызунов. Способность охотиться привита этим собакам в результате селекции и является их естественным состоянием. Джек Рассел Терьер – порода, ставшая символом собачьей энергии, жизнерадостности и преданности хозяину. Это веселый, неугомонный компаньон современного человека, готового вести активный образ жизни и проводить со своим питомцем все свободное время. Миниатюрные великобританцы имеют небольшой рост в холке – 25-30 см, средний вес – 5-7 кг, а продолжительность жизни – 13-16 лет. Джек Расселы относятся к породной группе терьеров. Джеки могут быть как короткошерстными, так и длинношерстными. Интересно, что порода обладает крайней прыгучестью. При своем маленьком росте пес может подпрыгивать на 1,5 метра вверх. Джек Рассел Терьер – очень умная собака. Он буквально схватывает на лету все команды и быстро их запоминает. Но воспитание Джек Рассела – это каждодневный и упорный труд. Собаками этой породы нужно постоянно заниматься, дрессировать и нагружать их физическими упражнениями, спортивными тренировками, обучать командам. Его безграничная энергия постоянно требует выхода. Это очень бесстрашные и храбрые собаки. Они не испугаются представителей, которые гораздо больше их по размеру. Выносливый Джек Расселов и их охотничий инстинкт послужил тому, что породу всегда берут в походы и поездки. Этот пес способен преодолевать любые расстояния, отыскивать дичь и залезать куда угодно. Джек Рассел Терьер крайне сложно переносит одиночество. Учитывайте этот факт, если вы решили завести себе такого компаньона. Чтобы собака не начала портить предметы интерьера и декора, нужно купить специальные игрушки, давать животному желатиновые кости. Уход за шерстью Джек Рассела не предусматривает ежедневного вычесывания. Изредка можно воспользоваться пуходеркой, чтобы во время линьки удалять шерсть. При воспитании Джек Рассела стоит учитывать индивидуальные особенности и назначение собаки – домашний питомец или охотничий пес. Обучение охотничьим командам лучше доверить профессионалу. Терьеры, которые содержатся в качестве домашнего любимца, обучаются основным правилам поведения в квартире или на прогулке. Воспитывая собаку, нужно проявлять твердость и последовательность, не применяя силу и не кричать на питомца, даже если он отказывается выполнять команду. Для мотивации используются похвала или лакомство. Джек Рассел Терьеры – отличные компаньоны для человека, который ведет активный образ жизни. Они очень выносливы, проворны и энергичны. На рыбалке, охоте или в дальнем путешествии Джек Рассел Терьер будет из последних сил следовать за вами, даже если он устал. Что касается выбора щенка, идеальный возраст после 4-6 месяцев. После 6 месяцев щенок будет не только с клеймом и чипом, но и полностью привитый. А также к 6 месяцам у него уже будет понятен окрас. Оформится поведение, размеры, прикус и количество зубов. Очень важно обратить внимание на окрас щенка. Окрас Джек Рассел Терьера строго регламентирован стандартами ФЦИ. У щенка настоящего Джек Рассел Терьера должны быть ярко выражены лидерские качества. Он должен быть проворным и активным, с проницательным умным взглядом. Друзья, на нашем сайте вы можете познакомиться с породой Джек Рассел Терьер и приобрести щенка от проверенных и титулованных производителей. Наши ответственные заводчики помогут вам на всех этапах взросления щенка. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если видео было для вас интересно. Пишите в комментариях вопросы, которые вас интересуют, и мы постараемся на них ответить. Увидимся в следующих видео.